Производственное унитарное предприятие «Полоцкие напитки и концентраты» представило новые сорта пива. Новинки приурочили к 1155-летнему юбилею Полоцка. «Часка Правда» и «Батлер» с крепостью 4,7 градуса уже появились на полках магазинов. Это абсолютно новый дизайн, абсолютно новые этикетки. Мы непосредственно хотим расширить наш ассортимент и считаем, что наши новинки понравятся всем нашим потребителям, хотя мы это уже знаем, что они понравились. В дни празднования юбилея Полоцка и 500-летия белорусского книгопечатания полоцкие пивовары организовали дегустацию новых сортов. У полочан и гостей города она вызвала неподдельный интерес. Пиво отличается содержанием разных видов хмеля, что придает каждому сорту уникальный вкус. Ожидается еще одно пиво, сваренное в Полоцке – «Карл Крафт», крепостью 3,7 градуса. Мы хотим полностью вывести новые линейки пива. Я думаю, что эта новинка будет скоро у нас стоять на наших прилавках, и я думаю, что все наши потребители будут рады. И опять-таки, эта наша новинка понравится как по вкусовым качествам, так и по внешнему виду. Предприятие готовит к выпуску обновленную линейку пива под общим названием «Полоцкое». Это будет переосмысление классических сортов как по вкусовым качествам, так и в плане дизайна. Также на Полоцком пивзаводе варят пиво для торговых сетей. «Золотой талер» для «Евроопта», «Золотистый люкс» для магазинов «Дионис», а также линейку «Бирелли» для ряда российских магазинов. Всего в Полоцке варят 15 сортов пива. И особо здесь гордятся натуральностью продукта – вода, хмель и солод. И совесть пивовара, всегда добавляет главный технолог Валентина Асташкевич. Также здесь производят 3 вида минеральной воды и 3 сорта кваса. Чтобы наш потребитель непосредственно мог купить полностью ассортимент нашего пива, мы планируем открыть торговые объекты, непосредственно открыть фирменную торговлю, где будет реализовываться продукция нашего предприятия. Одно из необычных производственных направлений – солодовые экстракты. Это классическое пивное сусло, которое используется в хлебопекарной и кондитерской промышленности, пивоваренной отрасли, фармакологии и сфере диетического питания. К слову, своими глазами увидеть весь цикл производства продукции полоцких пивоваров может каждый. Полоцкий пивзавод активно развивает промышленный туризм. Игорь Полынский, Андрей Ярмоленко, Summit Plus TV.